Депутаты законодательного собрания не позволили омским водителям сэкономить. Парламентарии в очередной раз отклонили предложение об отмене транспортного налога. Инициативу ЛДПР поддержали представители КПРФ, а единороссы, которых в кабинетах власти большинство, высказались против. В случае отмены налога регион потерял бы в год 870 миллионов рублей. Эти средства на обслуживание, строительство и ремонт дорог.